Ну, ясно, что наши ребята не привыкли к играм такого накала, с соперниками такого уровня. Надо нам было правильно выстроить линию, такую вот линию игры. И, в общем-то, у нас, наверное, это получилось. Мы понимали, что в каких-то ситуациях нас просто физически могут, ну, продавить, как говорят. И нам, конечно, из-за этого нужно было чуть больше движения, чем соперник мог. Вот больше надо было бегать, чуть больше страховки. И, ну, в какой-то момент уже после гола, когда Шинник стал раскрываться, стал уже чуть-чуть вот вперед не совсем подготовленно идти. Вот. Ну, наверное, уже в этот момент нам стало полегче. Ну, а в целом я, конечно, очень благодарен ребятам, потому что это для них большой опыт играть вот на таком уровне. Они смогли сделать то, что мы вот, ну, все вместе к чему готовились. И, в общем-то, победа, наверное, даже, судя по моментам, заслуженная. По моей информации, следующий соперник в Кубке «Спартак», это решение должно быть руководство. Но то, что есть курс на развитие футбола, на развитие, на подготовку молодых ребят, и, в общем-то, то отношение к нам, которое есть вот в клубе, наверное, оно показывает определенный вектор. И сейчас этот вектор, ну, соблюдается. Три матча я посмотрел команды «Шинник». Вот. Я не скажу, что она удивила. И, наверное, она не должна удивлять. Ну, не должна. Это очень добротная команда, у которой вот явных, конечно, слабых мест каких-то нет. С качественными футболистами. В чем причина поражения? Наверное, и мы где-то в душе надеялись на определенную немного недооценку. Мы знали, что некоторые футболисты тут пропускали матч там, в силу разных причин. Вот. Но и в то же время мы понимали, что у Шинника есть вот такая игра, она вот, ну, свойственна, как бы, такая этой команде, ну, как бы, разумная, спокойная, разумная, каждый знает свой маневр, опытные футболисты, которые понимают, что они должны делать на поле. Ну, скажу только, что, наверное, поэтому вдвойне ценная эта победа, потому что команда сама «Шинника», она цельная. И против такой команды выстоять, считаю, что это более ценная победа.